11 июня, воскресенье, 13 числа у меня русский язык, это один из самых сложных экзаменов, я сейчас сижу, учу, точнее, пытаюсь, учу 7-й билет из 31-го, вряд ли, конечно, я выучу прям все-все-все билеты, но я хочу выучить хотя бы 20 плюс билетов, чтобы быть более уверенной на экзамене, вот, я очень редко, когда учу прям все билеты, и надеюсь на вытяну какой-нибудь билет, который я точно знаю, конечно, скорее всего, я на всякий случай сделаю шпоры по тем билетам, которые я не выучила, но все равно хотелось бы, чтобы я просто вытащила тот билет, который я знаю. Ну что, 12 июня, уже завтра экзамен. Могу сказать только одно, что мне очень-очень страшно. И причем, когда обычно страшно, я прям лучше учу, а в этот раз как-то даже билеты не особо идут. То есть более-менее знаю не первые 10 билетов. Сейчас именно просто прописываю какие-то билеты, которые называются просто имя существительное, имя прилагательное и так далее. То есть их, в принципе, особо учить не нужно. Я сейчас пропишу это, повторю, и более-менее нормально. Но я еще не дошла до причастия, депричастия, части, служебные слова, предлоги, союзы и частицы. Это мне еще нужно все будет сейчас написать, прочитать и постараться запомнить. По 6 билетам я сделала шпаргалки. Я очень сильно надеюсь, что они мне не попадутся, потому что это что-то очень сложное. Скорее всего, я уже не успею их выучить, поэтому я сделала шпаргалку. На самом деле, очень хочется уже поскорее отстреляться и забыть, как о страшном сне, об этом экзамене. Просто, если я завтра сдам русский, то мне уже ничего не страшно в этой сессии. Вот так вот это все выглядит. Здесь вордовский файл с билетами. Это Excel, где я сделала такие вот билеты. Ну, например, вот это один билет. Он не помещается на одном, поэтому это продолжение. Но я надеюсь, что эти шпоры мне не понадобятся. На часах 7 вечера, я собралась и уезжаю. Попробуйте угадать, куда. Мы решили поехать на концерт Лазарева. Ну как, не концерт Лазарева, он просто будет выступать в честь Дня России сегодня в Питере. Вход бесплатный, мы решили, что это отличная возможность. Тем более мы очень его любим, поэтому едем специально только на Лазарева. Это все она.
диктатор взяла. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь это так красиво. Твоя любовь это так красиво. Твоя любовь этих тактов взяла. Твоя любовь меня доводила, но твоя любовь это так красиво. Доброе утро, ну или недоброе, потому что сегодня день экзамена. Мы вчера, конечно, очень классно потусили, послушали Лазарева, как мы и хотели. Теперь мы собрались идти на его сольный концерт в Питере в конце сентября. Но сейчас не об этом. Я сегодня встала пораньше, мне, по идее, на экзамен к 11:30, мы там распределились, потому что мы не все сразу сдаем. Он начинается в 10, но мы распределились, и я еду к 11:30. Вот я с утра пораньше встала, повторила некоторые билеты, которые в самом начале я учила. Что-то читаю, что-то пишу, просто прописываю в своей тетрадке. Я надеюсь, что хоть что-то отложилось сюда, то, что я писала от руки. О боже, дай мне сил. Как вчера Лазарев пел. Просто песня семестра. Мне кажется, нет, это даже не просто песня семестра, это, в принципе, песня всей нашей жизни. Господи, очень страшно, но я хочу уже поскорее отстреляться и все, и забыть, как страшный сон это. У нас, кстати говоря, наконец-таки на улице стало тепло, поэтому я иду вот так вот. А то у нас какое-то время вообще было, типа, 12 градусов на улице, сейчас 22 обещают. Просто засните мою мокрую голову после тренировки. Зато очень кайфово. Правда, волосы отвратительно выглядят. Ну ладно, они высохнут, будут нормальные. Итак, ребята, мы сейчас будем покупать билеты на сольный концерт Сережи Лазарева.
Вообще, мы очень давно хотели купить билеты на этот сольный концерт в Питере 27 сентября у Лазарева, но все как-то не собирались. Потом вот мы сходили 12 числа на концерт в честь Дня России, где Лазарев выступал, такие, ну все, точно нужно покупать. Вчера мы сдали русский, и мы решили, что это очень классная возможность купить именно сейчас билеты, сделав себе такой приятный подарок в честь того, что мы сдали русский. Так что мы сейчас будем покупать борщики. Всем привет! Я пришла сегодня домой после практики, сейчас пью чай и отдыхаю. И меня очень многие просят в запрещенной социальной сети, в Телеграме рассказать поподробнее про мою практику, которую я сейчас прохожу. По идее, я должна ее проходить в июле после сессии, она должна длиться 3 недели в июле, но я очень не хотела еще в июле не отдыхать и работать, так скажем, поэтому я решила, что я буду проходить практику в июне. У нас предоставилась такая возможность проходить летнюю практику на музыкальном фестивале. Суть заключается в том, что на протяжении месяца происходят различные концерты музыкальных групп начинающих, и мы как бы пресс-центр, мы берем у них интервью, снимаем для них видеовизитку, какие-то фотографии, бэкстейджи, вот это вот все. Все это выкладывается в группе ВКонтакте, я отвечаю за съемку видеовизиток и видеоинтервью, и также за монтаж. В принципе, это прикольно. Я сначала думала, что это будет очень сложно, потому что, по идее, нам сначала говорили, что у нас с 11 до 22.00 рабочий день. Но сейчас он такой более гибкий стал, слава богу. То есть, например, я сейчас приезжаю к 12 на практику, к 12.30, снимаю, монтирую и уезжаю где-нибудь в 5 вечера, когда я все сделала, всю свою работу, я еду домой. Ну или на танцы. Вот, как-то так. Сейчас я пью чай. Не знаю потом, что я буду делать. Я сейчас, кстати, начала читать книгу. Но проблема в том, что я вообще люблю читать книги, даже если они какие-то супер там подростковые и несерьезные, знаете, все равно в бумажном варианте. Но с этой книги возникли проблемы, потому что первой части вообще почти нет в продаже именно бумажной версии. Вторая часть есть, но она стоит 2000 рублей, я просто в афиге. Поэтому я читаю в электронной версии пока что, хотя это не очень удобно. Я не люблю в электронном виде читать книги. Удобство заключается только в том, что, например, я сегодня ехала в транспорте и читала. Вообще, летом очень хочу возобновить снова чтение, побольше читать. Не обязательно там какую-то суперсерьезную литературу. Все хитят нам, но мы не каникул. Ты думал сделать шахи мат, но твой мат запик. Думал собрать Dream Team, но не технопик. Шмаляю словно их, скурил их будто сигу. Малышки кей журналов, а твои малышки к пиву. Если рэп это канал, а тогда называй нас биву. Поджигаем залы, пока вылез жигу. Looking for me in the club. Московский движ, американский пирог. Baby мама палит, она видимо стрелок. Делаю свайп, зато целый каталог. Нажимаю на курок. Looking for me in the club. Московский движ, кайфово, мне не светит солнце, зато я ничего не вижу. Да, так что давай.
Подготовка идет полным ходом. Я распечатала билеты, зачеркиваю, что я хоть что-то уже могу рассказать. Пишу это все на листочек, рассказываю это как-то и помечаю, что типа, ну, более-менее. Вот здесь у меня готовые все билеты, все написано. Здесь очень прям объемно. Я пишу не очень объемно, я пишу кратко важную информацию, потому что понимаю, что я все в любом случае не выучу. Еще как бы видео давно не выходили. Получается, что сегодня 20 июня, последнее видео вышло, не знаю, недели две назад, наверное. Скорее всего, вот я завтра сдам экзамен и сяду за монтаж влога наконец-таки. Я вернулась после тренировки, и сейчас я буду продолжать хоть как-то готовиться к экзамену. Пока что я знаю 13 билетов из 36, и то не могу сказать, что я прям знаю, я просто могу полить воду, что-то рассказать в этих билетах. Вот, сейчас продолжу дальше писать, и просто их прописываю от руки, и потом что-то рассказываю, и как-то вроде как оно запоминается что-то. Тем более тут есть парочку билетов про шрифты, а так как я блогер, все дела, делаю обложки, мне это легче запомнить, и некоторые я уже знаю. Ну что, я еду на экзамен, просто надеясь на свою везучесть и на то, что, если что, я воспользуюсь своими шпорами, которые я вчера в ночи вырезала и делала. Экзамен сдан, ура! Остался последний экзамен, и летняя сессия наконец-таки закрыта. В принципе, экзамен, слава богу, не по билетам, он не совсем сложный, но нужно написать конспект по всем-всем-всем лекциям и практическим заданиям. Он у меня есть в электронном виде, но я не уверена, что можно в электронном виде, поэтому я буду это все переписывать от руки. Сейчас у меня есть пару дней на это, вот буду этим заниматься. Всем привет! Я думала, что все, я больше ничего не буду снимать в этот влог, но сегодня 23 июня, 23:34 уже. Сегодня был последний мой день практики, я вернулась домой. И также сегодня была днем консультация, где я узнала, что у меня автомат за последний экзамен, который должен быть 26 числа. Получается, что я официально закрыла свою первую летнюю именно сессию, и я закончила первый курс. И все, я теперь могу отдыхать, официально начинается мое лето, я очень этому рада. Ну а с вами была ваша Маша. Oh,